Здесь рыбы нет. Находимся в старом месте. В старом, известном, изученном месте. Погодка с утра выдалась хорошая. Не ветриночки, поэтому решил, как проснулся, сразу же, даже не завтракая, сбегать, покидать. Хоть пару часов. Начнем с вертушечки. И пойдем по старой схеме. Не будет здесь, пойдем под мост. Покидаем там. Но я чувствую, что что-то будет. Погода располагает к этому. Вот что-то есть, это я говорю. Опа. Довольно съедобный. Так. Красавчик, распушился. Рыба есть. Ловить надо уметь. Опять что-то, но небольшое. Как-то так. Номер два. Но это поменьше будет. Обычно так, если удара нету прямо около опоры, то поклевки не будет вообще. Я заметил, что окуни там стоят прямо около опоры. Что у этой, что у той. Там, видимо, затишок или какое-то укрытие. Если удар не последовало, все, можно перебрасывать. Бывало, буквально только забросишь первые секунды и сразу удар. Как у головля. Важно забросить правильно в нужное место. Не зря сюда пришел все-таки. Хороший. Довольно хороший. Ой-ой-ой. Такой приятный окунь. Приходится форсировать, потому что травка здесь. Ой, какой хороший. Ну что, отцепится? Нет, интересно. Опа. Не. Ой-ой-ой-ой. Граммов 300-400 будет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Ой-ой-ой. Латвийский бас. Красавчик. Ну разве не красавчик? Около 400 грамм, думаю, 300-350. Точно есть. К сожалению, начинается дождик. Его меньше всего хотелось, конечно.